Армения постепенно становится второй Сирией, где разыгрывается новое противостояние. Как передает Ахарас, об этом заявил кандидат педагогических наук, член Республиканской партии Армении Левон Назарьян. В ближайшее время Армения будет похожа на Сирию, где камня на камне не осталось. Это будет новым местом для войны. Плюс Запад продвигает свои интересы в Закавказье ценой разрушения Армении. Имеется достоверная информация о том, что в Ереване рассматривается вопрос о передаче власти под контроль Российской Федерации. Мол, только в этом случае Кремль не даст полного исчезновения этой страны, как она это якобы сделала с Арцахом. Всем понятно, что завтра азербайджанская сторона может взять под свой контроль и всю Армению. На этот раз не за 44 дня, а, например, за 100. Подчеркнул армянский эксперт. По его словам, фактически, будущее Армении и армянского народа находится под угрозой. Это самая трезвая и реалистичная оценка нынешней ситуации в Армении. Сегодня у Армении больше нет суверенной власти, безопасности, союзников, гарантии развития. Армения движется к следующей катастрофе, отметил Назарян. Вот и все, что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!